Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, в общем, всем привет, с вами я, Александр Сучков, ставьте лайки, блин, не то. Короче, подписывайтесь на мой канал, Нубас сначала. В общем, мы сегодня играем в Warface, с вами, как всегда, я, Нубас, Александр Сучков. Мы, в общем, начинаем играть в Ледокол. Немного я немного опоздал, потому что я отходил, это следующая часть, я снимаю все это в один день. Выложится, конечно, это и все не в один день, наверное. Ну ладно, это не самое главное, то, что я сейчас здесь и снимаю дальше, да. Ледокол. Мы опять играем с какими-то... Ну, как вам сказать? Они... Хоть кто-то есть нормальный штурмовик? Три медика, три... Твою мать, три медика, ёб мать, охренеть! Да ладно. Я что-то не уверен, что эти три медика как-то вообще помогут. Я вот уверен, что они на минах сразу все сольются. Не знаю почему, но мне именно так кажется. Как вам, я просто не знаю, как вам, но я думаю, они все сольются прямо сейчас. Вот прямо сейчас, они даже не дойдут ни докуда. На том же месте, как и в прошлом видеоролике, наверное, будет это все. Хотя хрен его знает. Я не знаю, давайте как посмотрим, как получится, и потом уже будем думать. Ладно, давайте. New Era. Неужели есть такой клан? Сланцы выскотка. Мега рашеры. Да ладно. Мега прям ранг у тебя, мега там инвентарь, извиняюсь, снаряжение. Мега там все такое. Да, ты прям тащер, блин, офигеть. Ни хрена. Ты играть, наверное, играешь, наверное, неделю. Может, не неделю. Смотря какой ты нуб вообще. Если ты играешь там, ну, я понимаю, один день, если ты играешь, понятно, да. Первый день Warface, это очень даже сложно. Но если ты играешь с таким рангом уже месяц, то это, видимо, если ты постоянно сливаешься, то это, конечно, не очень. Ну ладно. Блин. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Blackwood начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их флангов из реактивных гранатометов. Тихо, гранатометы, смотрим, пока не откроются. Откроются. Опа, а там нет нифига. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Гоу. Наведите... Маккула 226 на позиции. Уничтожьте силы Blackwood из гранатомета. Помните, что тихо. Ракеты необходимо вы... вручную ладно. Навести на цель. Иначе они уйдут мимо. Вы дебилы, вы вообще умеете? Да вы дебилы! Вообще стрелять умеете, нет? Если хотите попасть в цель. Ракетный крейсер готовится к атаке. Укрытие! Побежали. Ай-яй. Похрен. Стрелок убит. Пошли. Забудьте о крейсере. У нас новая проблема. Blackwood захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Опа, блин. Ракеты запущены. Blackwood блокирует все дороги. Тихо. Так что будет так. Сейчас будем тащить. А ты дебил. Тихо, блин. Не должно, по идее, никого быть. Чего я имею в виду? Дальше. Не, я не дурак, я не пойду. Фу, я думал, я взорвался уже. Тихо, блин. Почему ж они-то не взрываются, не стоят около них?
Стрелок убит, повторяю, стрелок убит. Тихо, блин, тихо. Ах, кого-то надо резать. Пойду резать. Ну, несколько... Ах, ты твою мать. Пошел нахуй. Надо его резать. Твою мать. Блин, да стой. Твою мать. Почему я так слился-то опять на том же месте? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да ну нафиг. Стрелок убит! Пошли, пошли! Там я видел еще что-то. Да похрен. Тихо. Еще где-то есть. Еще. Так. Достигнута контрольная точка. Окей, а кто? Боезапас пополнен. Я первый. Пошли мы сюда. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Сбор. Три меда никто не резает, охренеть. Ого. А чё ты, типа, ничего не ставишь себе? Ох. Где там он идет-то, блин, иди сюда. Сейчас я будем тащить. Попробую точнее. Так. Ну ладно, я на первом месте, это лучше всего. Я не по килам, я имею в виду по всем другим вещам. Да ну нафиг. Можно идти. Ладно, уходи. Тихо. Сейчас будет эта херня с этой штукой. Турели, сбейте их как можно быстрее. Тихо. Сбиваем. Я с пистолета. Нет. Тихо, 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 стреляйте. Тихо. Тихо, блин, давай, давай. Резай его, резай, резай. Тихо, 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 тихо. Я не хочу слив. Ранение несерьезное. Я помогу. Давай, давай, давай. Так. Че, вы все слили, что ли? Пошли бы нахуй. Ну все, я слился. Ну ладно, посмотрим, как они играют. Ну ладно, два слива этого. Мне что-то кажется, что они все сольются. Лечитесь, лечитесь, твою мать. Внимание! С корабля запущены капсулы с турелями. Сбейте их, пока они не приземлили. Уже слились. Да, они слились. Давай, давай, давай.
давай. Ну. Ну. Даже своих не лез. А, сейчас... сейчас... Нет, точка. Там точка. Учите двоих, еще два. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте гранатометы.
я один оставлю для себя. Что у меня есть? Точно ты! Выбирайтесь оттуда! Тихо. Я убил стрелка! Вперед. Дело дрянь! Патронов нет! Патроны! Патроны! Я пуст! Дайте патроны, а? Я вылечу тебя! Благодарю. Держись! Дышка, спасибо! Стрелок убит! Пошли, пошли! Вперед, вперед, вперед! Давайте! Нифига, я всего лишь на втором месте. Охренеть, охренеть. Два слива, охренеть. 1.8 раз уже слился, охренеть. Чё, где, 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 кто? Медик, блин, сам сливается. Значит, цель Блэквуд... Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Тихо, блин. Твою мать, мешай мне. Да ты... Да не мешай ты мне, уйди отсюда. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Ну вас нафиг, блин. На! Граната! Опа, блин, твоих. Пошел за ним. Охренительно. Охренительно. Сейчас повторяю. Дальше. Дальше, дальше! А я сейчас проиграю. Нет, нет. Не двигайся, я помогу тебе. Тихо. Блэквуд обратили наши охранные системы против нас. Тихо, тихо, тихо. Придется уничтожать твои же турели. Не сливаемся, не сливаемся, ребят, так. Ну слив, ребят. Все, все. Я это лечить вообще не могу почему-то. Видите-ка. Сами можете, ребят. Давайте, давайте, блин, лес иди. Что за команда идиота? Можете их лесать, да? Мешаешь, чел. Здесь вот. Ай-яй-яй. Я чуть не слился. Чуть. А, ну ладно. Охрен. Патроны, патроны, патроны. Кого? Кого? Патроны. Па... Патроны, дайте мне. Патроны, дайте мне. Сюда! У меня нет патрона! Я почти на первом месте. Почти. Ни хрена себе. Ну чё, кто? Давай. Подними меня. Идем дальше. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. О, блин, чуть меня не убили.
чё, где вообще? Кто никого не лечит, охренеть. Ты в надежных руках, держись. Благодарю за помощь. Постой на месте, я подлатаю тебя. Окей. Ни хрена 90 скиллов уже, ни хрена. Ну, а хотя бы на втором месте. Не, это сейчас жопу будет, это сейчас жопу будет. Остановите запуск ракет. Убиваем турели. А, блин, зря я так взял. Не, ни хрена. Не дергайся, я тебя выберу. Так, а я только за, да, конечно. Конечно. Конечно, ты только за. Где? Давай, 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 лечи. Так, дальше перезарядка, давай, я пока что сюда. Так. Перезарядка, перезарядка, у меня перезарядка, так. Ты в надежных руках, держи. Нечего, вот. Нечего. Нет, это вообще все. Обычно я всегда всех лечу, и они играют, но теперь надо защитить вам. Ты будешь в порядке. А? Давай, давай, давай. Куда тебе? О, надо резать, 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 резать. Резать, резать, да. Так, резать его. Так. 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 Окей. Так. Блин, он опять! Надо его резать быстро. Быстро резать его, блин. Резать его, резать. Блин. Давай, 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 давай. Я вылечу тебя. Так. Благодарю. Я перед тобой толкну. Да ну нафиг. Не, я буду сливать. Ой, не сливать как-то. Блин, случайно. Нафиг надо? Есть! Вторая. Так. Давай, давай. Чёрт! Сейчас сольюсь. Стреляйте, стреляйте, давайте. Блин.
Как вас резать-то, блин? Держись, я помогу тебе. Так. Прикрытие, блин, офигенное. Так, тихо, я смогу. Нет, не смогу. Патронов нет. Где патроны? Дело дрянь. Патронов нет. Так. Сейчас тебе станет лучше. Спасибо. Еще, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Я не застреливаю. Патроны. Так. У меня кончились патроны. Тихо. Миллионы людей обязаны вам своими жизнями. Но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Патроны есть? У кого-нибудь. Еще бы чуть-чуть и... А, да ладно! Так. Мне нужен враг. Тут и все
Что ты сделал? Блин, что ты сделал? Что ты сделал? Что ты сделал? Блин. А у меня был глюк. Слили мы все. Слили мы все. Вообще слились. Вообще так слились. Я впервые так вижу, чтоб так сливались. Вообще так. Так вообще. Вообще впервые вижу, чтоб так сливались. Охренеть. Просто слились. Просто вот даже не думая, ничего не делая. Просто взяли и слились. Ничего вообще. Офигеть. Просто офигеть. Других слов нет. Извините, ребятки. Охренеть. Просто так слились и все. То есть мы могли победить, но мы слились. Да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.